Привет, ребят, с вами Биос, и мы продолжаем играть в игры на iPad. Сегодня у нас будет 8 игр, и начнем с игрушки Joint Strike. Давайте-ка запустим сразу нашу игрушку, я забыл тут отключить интернет, и надеюсь, что у нас тут кучу рекламок вылазить не будут. Окей, вроде как принесло, и давайте-ка посмотрим. Так, тут нам надо всех этих синих телеков завалить. Так, есть тут еще кто? Не, никого тут больше нет. О, там кто-то стреляет даже, ребят, смотрите. Так, осторожно. Окей. Воу, это было прям обидно. Ну, мы сейчас тут очень многих челиков потеряли. Кстати, у нас тут тоже есть такой челик, который стреляет такими же снарядами. Так, из-за которого мы потеряли почти всех наших челиков. Ну ладно, ой-ой. Главное сейчас вот этого челика нашего не профукать. Это будет обидно. Так. Окей, потеряли одного, но не мощного. Так, два больших чувака. Вы вздыхать будете, нет? Так, минус первый. Сейчас будет еще и минус второй, надеюсь. Все. Да, минус второй. Ну, идем, ребят. Смотрите, что нам будет ждать в конце. Всего лишь четверо игроков. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ГГ, все. Мы профукали тут, к сожалению. Ну, окей. Ладно, идем дальше. Хоп, скучи, ран. Окей, тут мы должны подпрыгивать через разные платформы. Челик в костюме у нас такой. Окей. Сейчас будет прикольно, если он упадет в воду вместе со своим костюмом. Ну, конечно, тут такое не случается, но выглядело бы это прикольно. Вот. Тут с нашей стороны требуется только лишь контролировать, чтобы он не уперся в какие-то препятствия. Так, ну и X5. Ну, можно было, конечно, до X10 дойти, ну ладно. Так, давайте-ка еще один уровень сыграем тут. Окей. Так, пока что вроде все окей у нас. Ну и собираем, конечно, эти гемасы. Конечно, хрен его знает, зачем они нам нужны, потому что за эти гемасы, ну эти гемасы нигде не тратятся почти что. Можно, да, конечно, скины купить, но, думаю, столько, сколько у нас есть, этого хватит для всех скинов, которые есть, вроде как. Ну и все, 10x на этот раз у нас получается. Отлично. Prison Break. Тут нам надо играть за заключенного и стараться помочь своим челикам выбраться из тюрьмы. Давайте-ка поможем. А че нет? Так, у нас есть вот такой вот прикольный цунами, с помощью которого нужно всех этих нахуй завалить, и все. Вот так. Отличная тема. Так, что мы выберем? Давайте-ка выберем вот этого челика, он прям очень мощный. Так. Да. Кстати, машинки можем? Мы уничтожить? Нет, не можем. Зато можем быстренько сдалека стены. Хорошо, ну и давайте-ка так-то соберем и еще один. Собираем, смотрите, просто изи. Есть некоторые способности, которые просто очень сильно облегчают игру. И один из них, собственно, у нас есть. Вот, как-то так. Ладно, идем дальше. Hitmasters. Так, тут нам надо стрелять уже, получается. Так, продолжать. Ну и тут загрузка закончится, не? Да, все, закончилось. Хорошо. Давайте-ка начнем. Вошел. Прикольно. Так. Тут неправильно сделали. Так, нет. Пойдет. Отлично. Так. Давайте-ка откроем вот этот. Давайте-ка еще крутим. Пыльскинчик. Ну и денежки нам дали. Хорошо.
последней части этого уровня. Могут. Или. Вот такие вот прикольные уровни у нас тут встречаются. Идем дальше. Майтом 2. Так. Сейчас запустим, посмотрим, куда дошел наш прогресс, прогресс котика. О, хорошо, спать он не хочет, по крайней мере. Не-не-не, давайте-ка сначала в туалет, а потом будем умывать. Так будет намного логичнее, мне кажется. Так, хорошо, все. Разобрались туалетиком. Ну, давайте хавай вот это все. О, наш котик, ребят, чистый. И хочет хавать. А у нас нечего, ребят, хавать, получается. Можно покупать что-нибудь, допустим, арбузик. Давайте-ка. Мороженое. Давай, арбузик хавай. Ну, это не восстанавливает прям очень много. Сойдет. Ты чё чешешь-то? Хорошо. Давайте-ка еще и грушей немножко собирать будем. Тренироваться, так скажем. Главное, чтобы не занесло. Упс. Сломал грушу. Ну, ты чё? Обидно. Окей, ладно. Giant Rush. Следующая наша игрушка. Запускаем Giant Rush и будем сейчас, ребят, тут мы бегать за нашего гиганта. Точнее, сначала он не гигант, ну а со временем будем стараться превращать его в гиганта. Еще в этих новых версиях что-то странное прикрепляет. Так. Вот так. Центр. Наш левел там в табличке оказывается, но это прям... Не очень-то нам надо, на самом-то деле. Ну, ладно, ключик тоже берем. И 40-й левел у нас получается в итоге. Да, у нас действительно гигант получился какой-то. Прикольно. Ну, давай до конца. 40. Вау. 145 мы разрушили и дошли до 40. До 48. Неплохо, ребят. Вполне себе неплохо. Окей. Farmers EO. Следующая наша игрушка. Это у нас игрушка про ферму. Как бы странно это ни звучало. Вот. Тут мы должны сейчас собрать еще 44 стака вот этих маков, да, я так понимаю. Хорошо, если нам повезет, и мы встретим тут ферму, состоящий только из маков, то это будет просто замечательно. Вроде-то как это так. Ну, тут есть еще пшеница, да, но большую часть, да, занимает эти маки. Это прям очень хорошо. Даже если у нас получится взять тут соточку, то вообще будет супер, потому что мы в этом случае уже будем... Так, в этом случае мы уже будем x3, если не ошибаюсь, стаков получать. Только надо быть осторожными, чтобы случайно не сдохнуть. Потому что реально хороший уровень у нас попался. Окей. Ну, вот эти мелкие тоже, в принципе, можно взять. Они, конечно, не особо-таки добавляют у нас процентов, но чуть-чуть есть. Так. Окей, пшеницы сейчас тоже возьмем. Там никто не сдох еще, не? Ну, я так понимаю, еще не никто сдыхать даже не планирует. А не, ну, первый минус уже. Ну, и, скорее всего, мы тоже в минус пойдем. Да, к большому сожалению. Но 53, ребят, смотрите, мы уже собрали больше, чем надо было. Отлично. Последняя игрушка Baby Life 3D. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут за игрушка. Так. За ребенка тут должна играть или как? Даже не знаю. Но если игра откроется, конечно же, то мы... понял. Ну, вообще, что-то не похоже на Baby Life. На самом-то деле. Ну, это, скорее всего, симулятор мамы, а не ребенка. Не?
Не знаю. Возможно, кстати. Так. Окей. Все, что ли? Походу, да. 45 недель ребенку уже, я так понимаю. Ну и давайте-ка посмотрим. А, и кружки надо выбирать. Ну, топор точно не нужен. Давайте-ка вертолетик возьмем. Ну, слоника можно еще. Ну и курочку. Ну, яйца нам не особо такие нужны. Ну, странные, конечно, немножко игрушка, но сойдет. Ладно, ребят, давайте-ка на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Всем удачи, ребята, и всем пока.